Так, доброе утро. Меня зовут Мария, и я сегодня пойду в Пецахейм. Пецахейм — это такой английский бренд, который как бы там животные продают и всякие вещества, да, как одежды для собак. Ну, такое все для собак, для зверушек, как бы. И я туда сегодня пойду, потому что у меня будет собака через неделю. Будет... Ну, я не покажу, не скажу, какая breed будет, но я скажу, что я покупаю щенка. Ура! Я вот потом вам буду снимать, что я буду покупать. Надеюсь, вам понравится. Пока! Мы заодно решили, что мы поедем в Lidl за булочками, потому что мы все время... Как Saturday, суббота? По субботам. Потому что мы по субботам любим ехать в Lidl и покупать там такие вкусные круассаны и свежие. Ну, я решила, что я их... Ну, мы с мамой купим круассаны и будем пить с кофе с булочками. Пить кофе с круассанами? Пить кофе с круассанами. Ну, вот мы сейчас в машине и едем. Вот и Лидо. А там вот булочки вон там были. Вон там булочки. Так, мне надо вот это вот. Puppy Pads. Ну что, если он подписывает, он на это подписывает. Так что я это беру. Так дорого еще. 14 фунтов. Ну я еще сено купила для моего другого зверушек. Так что, а. То мне еще надо там всякие другие тоже покупать. У нас так много выбора. Мы с мамой думаем, вот это вот пока он щенок. Но я бы хотела сразу купить нормальный, чтобы еще не покупать. Мне вот такой нравится, подожди, где оно? Такой нравится. И вот такой еще нравится. Еще нам надо вот такое сделать. Так. Мы закончили шопинг. Я потом, когда приеду домой, вам покажу, что я купила в Пецахейм. Но я как бы немного купила. Я буду постепенно покупать, чтобы все там потратить, что мне нужно на щенка. Так что я вам покажу, что я купила. Так, я купила булочки. Булочки. Шоколадные. А это простые. Мама любит простые, а я люблю шоколадные. Так. Не знаю, как по-русски, но они орешки. Такие. Яйца. Мама очень любит яйца. Английские. Пенас — это английские яйца. Я еще такие себе купила. Как крекеры, можно с сыром, помидорами, чем хочешь. У нас был день испанской еды, так что мы купили испанские еды тоже. Вот такие булочки. Palmeritas. Какие-то испанские. Чай. Мама очень любит чай. Такое. Макароны. Потом еще такие крабовые палочки и лосось. Это такое, где будет, что будет продавать еще. Такие, как баланес такой, чтобы делать баланес. И еще я купила испанский сок, но я надеюсь, что оно испанское.
О, зуму де клементина. Оранжевый такой сок. Белый из мандарина. Потом я еще такое купила. Арос, рис, паэя. Ну, это для зубы. Рот, умывалка. Молоко. Молоко. Я же положила в холодильник. Это такие протеин. Не знаю, как по-русски. Мука. Самая популярная в Англии такая мука. Кофе мамина. Я люблю пить испанское. У нас еще продается. Сыр. И еще, не знаю, капуста. Не капуста. Точно не помню, как она называется. Вот наша покупка. Так, мы сели в гарден. И сейчас будем кушать. Я сделала такую яйца. Как сказать пейпштые яйца? Пашот, наверное. Пашот с тостом, с кофе, с молоком и с сахаром. И моя шоколадная круассана – это мамина. Хочу вам показать, какие у меня еще есть русские книги, которые мама мне купила. И что еще дедушка и бабушка мне подарили, когда я была в Латвии. Вот. Смотрите, мои GCSE exams, я вот использовала их, чтобы учиться. Так, у меня есть латышский язык. Книжка такая. Я должна тоже учить латышский язык. Но никак не могу себя заставить, чтобы учить русский язык. У меня еще есть алгебра. Такая вот. Я вот его использовала, когда у меня были экзамены. Я тоже училась. Биология. Еще есть. У меня еще испанский. Потому что я учила испанский в школе. А здесь у меня механика. А, физика. Такая книжка маленькая. Здесь все на русском. Все про физику там. Потом положу. У меня еще математика есть. Такая вот. Химия. Неорганическая химия. Я чуть-чуть прочитала. Мне было очень интересно. Но я его еще не закончила. Эту я еще не закончила читать. Вот это тоже химия. А здесь тоже химия. Я очень люблю химию тоже. А здесь латышский тоже. Латышский язык. Чтобы учить. Я думаю, что я вот пока у меня есть холидей, я думаю, что я начну учить латышский язык, потому что мы с мамой, ну я с мамой, хотим переехать в Латвию. Не знаю, через 2 года, через 3, когда я закончу колледж, а потом либо начать университет в Латвии на дентиста или здесь. Но мы пока еще не знаем. Ну и вот, мне надо латышский язык тоже учить. А здесь у меня для колледжа книги. Ну не книги, а вот чтобы писать. О, видишь, такие вот. Я не люблю писать в линеечке, я люблю писать, когда они все в клеточку. Здесь они тоже в клеточку. А здесь у меня химия и физика и биология книги. Вот здесь вот. Я училась, когда... Я с ними училась, когда у меня были экзамены. Вот если вы живете в Англии, вот... Я вам рекомендую такие книги, если вы изучаете ДЭКСа экзамены. Они очень хорошие. Ну и вот.
Вот эти мои русские книги. Но у меня еще есть такие... такие сказочные тоже есть книги. Ну, а пока я сейчас буду биологию читать, а потом я еще хочу убрать у себя дома или, то, или только в комнате полы помыть. А потом я хочу вам показать, что я купила. Да. Ладно. Кик, скажи привет. Это мой гинни-пиг. Такой хорошенький. Я его решила помыть сегодня. Видно его? Видно. Я его решила помыть. Не очень любит мыться он. Маленький. Маленький мальчик. Его зовут Джинник. Мама мне его подарила зимой. Тепленькая водичка. Не очень он любит мыться. Буду его теперь таким шампунем мыть специальным. Молодец, маленький. Тепленькая водичка. Хорошо. Джи-джи. Что ты пил? Упал. Джинни. Что ты? Все нормально? Как ты так упал? Теперь ты опять весь грязный. Джинни. Все нормально? Тепленькую водичку себе. Еще помою, еще раз. И все. Обещаю. Обещаю. Тепочку. Все. Весь поменялось. Потом еще раз поделиться. Это просто соседи у нас. Такие противные у нас соседи, ужас. Ну, английские соседи, что хочешь. Они такие противные, думаю, что они короли. Сидят здесь. Даже не их дом, а все равно устроят себя, как будто что это их дом. Денька. Ну и все, помыла его. То можно его высушить.
Варенек. Да. Надо ему еще раз вылить чистой водой. Видно его? Подпишитесь на мой канал. Надеюсь, вам понравятся мои влоги здесь, в Англии. Правда, я живу в Англии и учусь здесь. Ну и его ушастик. Так что да, мы вот это вот, что мы пока купили, вот, оно в моем комнате, вот эта кровать будет у меня в комнате, а вот это вот на кухне, а вот это вот в ванне будет. Но я хочу ему специально такую коробочку сделать, где его все его вещи положить, и будет, да, как бы ее или его коробочка, где... Все вещи лежат. У меня должна еще быть посылка, так что я иду вниз. Буду ждать, чтобы открыть дверь. Ой, не так дело. Ну и его. Буду ждать посылку.